Не понял. Я ничего. Давай потом заедем. Что? Давай потом еще заедем. Когда потом? Ты сколько смотри. Ага. Смотрю. А можно у вас лифт снять? Точнее он снимет. Чего? А можно у вас лифт распашной снять? Точнее он снимет. Я уже снимала у вас. Ух ты, господи, мои дети. Тюрьмы-императоры. Спасибо. Господи, Иисусе, а зачем он? Я просто у вас такое сокровище. Ага. Вот так ты думаешь, да? Угу. Угу. Сами на дому не ездят. Угу. Вы еще понимаете, а я-то, знаешь, прямо хоть вас завис с собой, а мне надо, сказали, антенну, которая телевизор у меня на даче плохо показывает сразу. Вот так. А я не умею этого делать. Ну, это я тоже. Чего ты не умеешь-то? То есть с антенной тут... Так нет, ну почему? Вот смотри, антенна, она же надо мной. Наставляю камеру и снимаю, и отправляю мастера, который мне говорит, что мне не так. Что тут, как говорится, что лифт снять вот так, что камеру снять вот так вот в потолок. Хорошо, знаю тоже. Я сейчас на пару минут сниму. Угу. Не надо. Хорошо. Ну как тебе лифт? Нормально. Еще посмотри на светильник. Ага. Там есть. Лифт на 350-500 килограмм. 53 годов. Поставь так. Подожди меня тут на секунду. А что ты будешь делать? Ты сейчас поймешь, что? Конечно, получится. Вот. Стой. Погоди. Тоже под видео. Угу. Давай спускайся. Заходи, осторожно. Тут высоко. Так, можешь закрыть дверь? Верхний нас тут подъели сегодня. Там консьерж есть? Конечно. А там такой же? Нет, там поменьше. Там большие окна. Угу. А он там добрый? Ты
Третий. Чуть ниже даже ног дверь. Ладно, пойдем. Старое зеркало еще тут. Ага. Сняли. Спасибо. Спасибо. Его можно было снять, я не поднимаюсь наверх. Не согласен? Ага. Ну, очень прикольно. Ага. Ну, был вот такой вот обзор. Всем пока.